світлого осіннього ранку поспішає мені на зустріч у затишну кав'ярню. Щиро всміхається. У неї сьогодні цейтнот. Запис на телебаченні, пари в університеті. Цікава, хоч і виснажлива робота. Вона боїться запізнитись, але все ж усміхається, бо така вже її натура. Делікатна, сором'язлива, мрійливо-поетична. Вероніка Ніжинська – літераторка, що пробує свої сили у поезії і прозі. Родилась я не здесь, родилась я в Черниговской области, в маленьком городочке Нежине. Ну, наверное, о Нежине все слышали только по Нежинской консервации. Нежинский огурчик точно знают все. Это стандарт. Не, Нежинская гимназия ведома. О, Гоголи. Ну, уже хорошо. Обычно на Нежинском огурчике все заканчивается. Вот, переехали мы сюда, когда мне было 7. Это большой город, который для меня стал чем-то таким... неожиданным открытием каким-то. И, конечно, он мне очень помог, потому что маленький городок – это отсутствие работы, отсутствие каких-то сцен, опять же. А для меня, как оказалось, это важно и интересно, потому что, начиная со школы, я участвовала во всех мероприятиях, наверное, в которых могла. Активистка? Да, я читала стихи, я пыталась петь, но не особо успешно, с микрофоном у меня как-то не заладилось изначально. Потом был колледж медицинский. Почему меня потянуло в медицину, это тоже вопрос неизвестный, но еще с детства я сказала, я буду ножистом. Взрослые меня разочаровали через несколько лет, такой профессии, как оказалось, не существует. Но желание быть медиком, оно как-то не исчезло. Даже других и вариантов не было. То есть меня все спрашивали, а почему медицина, почему там ты пишешь стихи, прозу, почему медицина? Ну, даже и мысли о чем-то другом и не возникло каким-то образом. Що було першим? Проза чи поезія? Що народилося? Першим була поезія. Я навіть, як не странно, пам'ятаю, як це було. Мені було 3 роки. Це був вечір, прийшов якийсь там сусід, і от я стою возле двері, і там по двері ползе жучок якийсь, да? І от тук-тук-тук-тук зі стовба свалився жук, це оказалось першим написаним, як не странно. Потім був дуже великий перерив до 8 років, ну, як для дитячого віку це великий перерив, да? Ого, 5 років пройшло, мені 8. А потім я навіть не заметила, як це вийшло в мою життя, наверное, із-за... невозможности чего-то сказать как-то, да, вот получились какие-то рифмованные строчки. Откуда они брались? Это понятие для меня пока это непонятно, но тем не менее они брались. Это все писалось в стол очень долгое время, это складывалось, это никому особо не показывалось. Потом в школе нужны были герои, надо было ехать на какие-то конкурсы. Это пришлось все вытаскивать и как-то там с этим совсем работать. Намалюй, но мій біль олівцями, світло-сірим і темно-зеленим. Мої очі згасають в ранковій осінній імлі. Серце просить рятунку слівцями, що сльозинки в долонях – це перли, тільки більше не діють порожні слова чарівні. Мій зелений віднині не в моді, світло-сірий сховався у плями. Тож не варто, мій біль, запускати за межі мене. Мабуть, справа лишень у погоді, трохи сумно, ледь-ледь, до нестями. Просто осінь в природі скоріш, ніж в моєму житті про мене. Мне очень захотелось, наверное, совершенствоваться, куда-то расти, к чему-то еще стремиться. И вот этот год он для меня стал знаковым, я поступила в институт. И хотя он далек от моей основной профессии, это педагогический, все-таки даже несмотря на то, что я себя успокаиваю, все-таки психология чуть-чуть поближе к медицине, чем какие-то другие там профессии, но... для меня это возможность расти, развиваться. Тем более психология – это вообще как наука очень интересная. Это, опять же, возможность помогать людям. Я надеюсь, что я буду когда-то работать по второй своей профессии. Есть у меня такая надежда. Но, опять же, это люди. Это все люди. Люди тебя цікавлять? Да. Для меня основное – это люди. Людей плохих все-таки, наверное, не бывает. Люди разные. С какими-то людьми мы можем общаться, с какими-то нам это делать сложнее, с какими-то нам общаться не хочется. Кому-то не хочется общаться с нами, это нормально. Но основное – это все равно люди. И самая большая ценность – это человеческая жизнь. Если бы, наверное, над этим почаще мы все задумывались, наверное, у нас бы большинство и проблем, войн и всего остального у нас бы не было. Вагу і цінність людського життя ця юна дівчина усвідомила у відділенні інтенсивної терапії новонароджених Криворізького перинатального центру, де вона працює медичною сестрою. Робота емоційно виснажлива, але напрочуд потрібна людям. Медична допомога породіллям і реабілітація крихіток, які народились недоношеними і з серйозними вадами здоров'я.
Емоційний спектр такої професії – від щасливих моментів одужання слабких малюків до гірких і болючих утрат. Психология поможет, в принципе, общаться с людьми, мне так кажется. А во-вторых, вот чисто в работе нет. Я работаю с новорожденными детками, да, которым мои знания психологии никоим образом они их не интересуют. Их интересует быть вовремя покормленными и успеть, если вдруг кому-то стало плохо, успеть подскочить. Да. А вообще, люди – это настолько неизведанные существа. Я надеюсь очень, что психология мне с какой-то стороны приоткроет вот возможности общения какого-то другого и возможности понимания. Потому что ситуации разные, люди разные. И даже вот общение в библиотеке и наши все вечера, они требуют постоянного общения с людьми, с разными и со многими, главное, сразу причем иногда. А ось немовлятка, які почуття в тебе? В тебе ще немає своїх діток? Ні, своїх у мене нету, я поки тренуюсь на чужих. Я почитала твої твори, і там от стільки любові, стільки ніжності, стільки турботи. У нас реанімація, тобто діти, які у нас лежать, вони вже ізначально лишені цієї любові від батьків. Да? І більше того, у нас дітки лежать часто недоношені. Тобто діти, яким потрібно ще було місяць-два знаходитися у мами в утробі, да? І от чувствувати ізначально цю всю любов і ласку какую-то маме, но они этого уже лишены. Они появились на свет раньше, и вместо того, чтобы слышать какие-то колыбельные от мамы, да, или вот какие-то слова любви к себе, они слышат наши голоса, они слышат звон наших мониторов, они чувствуют не любовь, а какие-то от нас неприятные манипуляции. Поэтому, конечно, этих детей хочется иногда и пожалеть, и прижать, и обнять, но не всегда это получается. Дети в разном состоянии. Очень хочется, чтобы они у нас выживали и были здоровы. Потом. Ну, к сожалению, реанимация – это то отделение, в котором это получается, увы, не всегда. В бокс заходят двое мужчин. Один высокий, в зеленом костюме. Второй поменьше ростом. Он в голубом халате, наброшенном на плечи, и с чем-то шелестящим на ногах. В нем я узнаю человека, который должен быть моим папой. Кирилл подсказывает мне, что этот здоровяк – заведующий отделением. И сейчас он проводит беседу с моими родственниками, рассказывает о моем состоянии и назначенном лечении. Я не слушаю, о чем они говорят. Я пытаюсь рассмотреть в глазах папы хоть что-то, что заставило бы меня захотеть жить. Ось так те, що було важко висловити вголос, накопичувалось і акумулювалося в рядки, віршовані чи прозові, закортіло поділитись ними з кимось іншим, більш досвідченим, порадитись, почути враження. Так у життя Вероніки прийшла літературно-мистецька студія «Творча кухня», яка вже четвертий сезон поспіль у Палаці культури «Мистецький» збирає у тісне творче коло криворізьких літераторів, журналістів і бардів. 15-16 років – це було дійсно рано. Ты вважала, что еще не дозрела до сего уровня? Для меня это все было непонятно, и, наверное, это хорошо, что я туда в какой-то момент ушла, потому что если бы меня тогда вот разобрали по всем параметрам, вот растащили по строчкам эти стихи и рассказали, вот здесь плохо, вот здесь совсем плохо, а здесь еще хуже, я не знаю, чем бы это для меня закончилось. Потому что у меня не было никакой уверенности в том, что я делаю, в том, что я пишу. Это было... Ну, написала и написала. Ну, прочитали, ну, и прочитали. А зараз готова до критичного сприйняття? Сейчас, да. Я после вот этой ассоциации я пришла на Саксагань. Это было литобъединение, где мне уже действительно доброжелательно очень помогли чисто по технике. Чисто какие-то технические моменты. Они были очень важными, но я этого, опять же, тогда не понимала, естественно. Ну, а дальше как-то так все завертелось и дошло вот до того, что создалась вот эта кухня творческая. Я в нее пришла уже тоже далеко не с первых выпусков программы. А кто запросил? Пригласили. На тот момент я пришла, вообще первый раз я на нее, наверное, попала, когда Юрий Ващенко предложил поучаствовать в качестве техника, то есть вовремя включить музыку. Да. Они делали, да, использовали по полной программе. Вот это люди, с которыми мы познакомились на конкурсах. Вот тот же Юрий Ващенко, Оксана Заря, Любовь Баранова. С ними со всеми я познакомилась, когда они были в качестве членов жюри на конкурсах. И потом вот как-то так получилось, что я влилась в эту кухню. И дальше большим уже как для меня проектом это, конечно, была кухня с Татьяной Мелеховой. Там я тоже в качестве техника, я обычно в качестве техника, мое дело это компьютер. Но там было очень много работы, очень много интересной работы, потому что Татьяна Евгеньевна сама очень интересный человек. Вот весь этот сценарий, который она сама для себя составила, это было что-то. Это настолько было разнопланово, и вот вместить вот в этот час, час двадцать огромное количество информации,
очень разной информации. Это было для меня, это было потрясающе. Я на нее смотрела, хотя я ее знала и до этого, но я на нее посмотрела совсем с другой стороны, конечно, на человека. И вот тогда мы начали все как-то общаться гораздо теснее и больше, потому что это была подготовка, подготовка длительная, подготовка тщательная, это надо было все по пунктам сделать. А зараз ты входишь в коло цих творчих сейчас, людей, да. Уже как повноцінна одиниця? Да, но за компьютером обычно. В лицах листья сгребают костры, ветви деревьев серые, нещадно стры. Шапки сбивают и просят листву не губить. Люди не слышат и осень не смеют любить. Листья горят, разлетается дым по домам, всех созывая к огромным осенним кострам. Люди пытаются осень в себя не впустить, шторы из дыма на землю скорее опустить. А в тех кострах горят остатки лета и летние наивные мечты. И в рамках полудымного портрета являются осенние черты. А в тех кострах горит тепла надежда. Я пам'ятаю, коли вона до нас прийшла в бібліотеку. Коли вона прийшла вперше на літобідання Саксані, я навіть пам'ятаю, де вона сиділа. От наскільки, ну, запам'ятала. Така, знаєте, мовчазна, скромна, така щира, ну, таким чином. А потім ми зблизились і досить тісно зблизились. Ви знаєте, я до неї відношусь, не можу так говорити, але як до своєї доньки. І навіть інколи мені за неї страшнувато, тому що з таким відношенням до життя, як вона відноситься, це дуже, на такий вік, це дуже, дуже-дуже, якби, серйозно. Це удивительний чоловік, вона в себе вміщає, от, дуже умний, дуже глибокий. Я, мабуть, не зможу пересчитати всі пальці, які у мене є, скільки в ній талантів. Я желаю ей добиться того, чего она хочет в жизни. Ведь человек помогает детям. Это самое главное. В нашем мире таком безумном, многогранном, немножко забываем о душе. Она во всех видит. Это самое главное. Душу. А можешь сказать, что больше все-таки народжуются вершив, когда болит? Конечно, могу. Это, наверное, вот те пороговые какие-то эмоции. Либо слишком счастье, либо слишком плохо. Обычно слишком плохо, потому что в слишком счастье ты где-то на каком-то листике записал и забыл, и пошел дальше быть счастливым. Молода, красива, успішна. Чому плохо? Чому погано від чого? Моменти бувають різні. Це життя. Момент, я не скажу, що це повна депресія, це зовсім все плохо. Ні, все нормально, але якісь моменти вони все одно з'являються. Для того, щоб не впасти в цю депресію, от у мене це такий спосіб. Я це виплескиваю на бумагу. Да? Кому-то потрібна дискотека, кому-то потрібне огромне кількість друзей, там, море пива, ще чогось. Мені потрібна от така от стропочка, вона моя. Так і в чому тобі легше? В поэзии или в прозе? Последнее время я почему-то перешла на прозу, как ни странно. Хотя начинала я с поэзии, и я никогда не думала, что я буду писать прозу. Вот как-то получилось, наверное, не все можно было вот в плане работы хотя бы, не все можно было зарифмовать. Наверное, вот поэтому рождаются какие-то... Вот все, у меня все начинается с одной фразы. То есть есть фраза, а дальше... То ли она превращается в стихи, то ли она превращается в прозу, но для меня это начинается вот именно с какой-то фразы. Это может быть словосочетание, это может быть слово, но начинается вот все именно вот с какого-то маленького такого островочка, который дальше вот потом развивается во что-то. Від нього відштовхуєшся і вже витанцьовуєш навколо. Что-то задело. То ли это услышанное, то ли это прочитанное, то ли это возникшее и перестроенное по-своему, но это все равно фраза. Для меня вот основа – это фраза. Сны гуляют по комнатам, бродят по улицам города, беспризорные тени, натянуты в воздухе сетками, крики старого, сизого, миром забытого ворона в черном дыме застряли и стали зловещими метками. Из рассохшихся окон все стекла ненужные выпали, запыленные сны проросли в паутине осколковой. Мирный атом, как волк, испугал всех смертельными циклами, стал подарком из ада, завязанным ленточкой шелковой.
Мне, как ветерану креольской литературы, конечно, не безразлично, кто там нам идет в стратегическом резерве на смену. И могу сказать, что земля Криворожская не скудела литературными талантами, но даже на фоне вот этой талантливой молодежи Вероника Немченко очень заметно выделяется тут своей такой не по годам зрелостью жизненной и своим талантом бесспорным, это я могу засвидетельствовать. И еще меня очень удивляет ее такая вот литературная образованность. Вот какой бы темы ни коснулись, она всегда может поддержать разговор. И я абсолютно уверен в том, что при счастливом стечении обстоятельств из нее может получиться настоящий большой писатель. А від чого залежить, коли написані твої твори російською і українською мовами? Опять же, от того, что я читаю, от того, с кем я общаюсь, да. У меня вот первое время после колледжа я очень часто переходила на украинский язык. Мне достаточно было вспомнить моего преподавателя, и я на автомате просто я переходила на украинский. Говорите? Да, это замечательный человек, и вот с ней я общалась только на украинском. Для меня это даже и вопросов никаких не возникало. Ну как это я с преподавателем украинского буду говорить на русском? Как? Да. А сейчас все равно основной язык общения как-то вот в моей среде получился русский. И перехожу иногда на украинский с людьми, у которых красивый украинский. Вот тогда это просто получается на автомате с огромным удовольствием. Но в основном все равно, конечно, разговариваю на русском. И жалко того, что я разговариваю так, потому что перейти на украинский, это, наверное, сейчас поплюжит и просто мову. Я вряд ли сейчас словарный запас мой будет достаточный для того, чтобы полностью с человеком разговаривать на украинском, к сожалению. Війна, яка зараз у нашій країні, якось торкається тебе, як людину, як літератору? Конечно, конечно, это все отзывается болью за обесценивание человеческой жизни, в первую очередь. Я стараюсь не лезть в политику, и для меня больнее всего то, что гибнут люди. То, что наши власти, наверное, не ценят вот эту человеческую жизнь. Это хуже всего. Я знаю, каким способом она иногда достается, да, и родителям, и вообще. Поэтому для меня это хуже всего. То есть люди гибнут. За металл по стандарту, да, за какие-то, за чьи-то убеждения. Да, можно сказать, гибнут за нашу страну, да, это действительно так. Но ни одна жизнь не стоит чьих-то убеждений. Ну, это мое чисто мнение, я, опять же, имею на него право, да, как и все остальные. Это самая большая ценность, то, что вообще может быть, это человеческая жизнь. И мы ее вот так вот пренебрегаем и теряем, постоянно теряем, теряем людей. Ну, так нельзя. Можно потерять деньги, все что угодно. Но вот к этому наши, оказывается, люди не готовы почему-то. Потерять деньги гораздо сложнее, оказывается, чем потерять жизнь. Для меня это непонятно. Медична освіта, педагогічна освіта, психологія, так? А, да. За напрямком психологія, поетична душа. Як все це в тобі компонується і поєднується? Яким бачиш своє майбутнє? Далі, що береш? Пока не знаю. Вот для меня сейчас психология, и вот вообще педуниверситет, для меня это, во-первых, запасной аэродром в какой-то степени, ага. Потому что все-таки это выматывает. Эта работа, она выматывает, она заставляет очень много переживать. И, конечно, я не знаю, в какой момент я скажу себе, все, стоп, я больше не могу. Пока могу, это хорошо. Но для меня вот сейчас это и возможность иметь какие-то перспективы дальнейшие, и высшее образование, без которого у нас сейчас нигде хотя бы какое-то, да, вот тем более это на месте, то есть есть возможность. И, конечно, почему вот именно психология, я умудрилась поступить и на украинскую филологию, даже каким-то образом на экологию в Горной, не знаю каким, но выбрала все-таки психологию, потому что это возможность и понимать больше других людей, понимать какие-то процессы, которые проходят внутри у человека, да, и, возможно, это будет способ дальнейшим людям помогать все равно. Почему я пошла, наверное, в медицину, это желание помочь. Помочь кому-то, возможно, и помочь себе в какой-то степени. Но вот все равно психология каким-то образом с медициной связана вот этой основной цепочкой, цепочкой помощи. То есть это будет возможность помочь, может быть. Это твой душевный порох? Наверное, да. В моем городке, наверное, звезды. В моем городке на небе луна. А я поняла,
до утра танцевала одна, а я поняла, мечтать слишком поздно, а я до утра танцевала одна. Там берез золотые серьги, церкви старые без гвоздей, там учили любить не деньги, там учили ценить не деньги,